Красноярске воры вернулись в магазин на место преступления и попались полиции. Молодых людей украли. Однако в магазине. На днях мужчины снова вернулись в магазин. Один отвлекал продавцов, другой прятал бутылки за пазуху. Когда в зал вошел еще один сотрудник, вор начал вытаскивать бутылки обратно на витрину. В итоге продавцы передали мужчин полиции.